Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Children of Morta. Мы с вами спасли пёселя, приобрели, собственно, точнее, обучили Кевина на ассасина, он теперь у нас злостный убийца, пёсик вот гуляет, кстати. И у нас, в принципе, далее идет развитие сюжета. Мы познаем, что происходит с данной геройской семьей и как они борются со всем истинным злом, которое они встречают. Так, у нас здесь события. Кевин всегда был не прочь подраться, но его новое упражнение напомнило скорее танец, чем технику боя. Во время тренировки он наделал столько шума, что, наверное, перебудил всю семью. Ну, красавчик, чё? Я был в тебе и так уверен. В принципе, претензий не имел. Так, деньги мы все потратили? Деньги мы потратили, мы вложились в крит очень мощно. Очень мощно. Погнали! Нам, в принципе, еще нужно Кевина подкачать. Он у нас сейчас самый слабый выходит. Но он качается, кстати, очень быстро, на удивление. Я не знаю, почему нам... А, мы ж духа должны были найти какого-то, точно. Вторая часть у нас теперь, собственно, пещер. Кальдипо. Вот сюда мне надо, да. Я попробую, наверное, за малого опять. Есть шанс, что мне наваляют, но малой здесь должен прокачаться еще лучше. Здесь вроде бы как сложнее враги, все дела. Так что проверим. Голые белые кости, хаотично разбросанные по земле, совершенно не вязались с нетронутыми телами. Здесь процветали голод и злоба. Потерянные рвы, новый дом гоблинов. Ой, бляха, это если здесь будут сейчас в основном эти гоблины? О, эта штука ломается. Короче, если здесь будут дальнобойные эти гоблины, арбалетчики, у нас, скорее всего, будут большие проблемы. Но это не точно. Так, ладно, погнали. Тыс-тыс-тыс-тыс-тыс. Есть кто? Кстати, я от вас тоже получаю заряд. Интересное наблюдение. Вообще найс. Если еще крит почаще пролетал, было бы вообще найс. Так, кыш. Кыш. Заряди, заряди, заряди. Мне показалось, или он спавнит? А, да, он спавнит. Я понял. Иди сюда, мразь. Так, что временно ускоряет накопление ярости? Сейчас нам пока не пригодится, скорее всего. Нам бы быстрее врага найти. Быстро-быстро. На, заряд спал. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Арбалетчики. Покуха. Мне, кстати, по-моему, не за количество нанесенных ударов, а за количество произведенных ударов насчитывает эту самую ярость. Если я не ошибаюсь. Это не есть хорошечно. Так, уйди. Иди сюда. На. Хорошо. Так, будем брать крит. Наверное, а хотя, в принципе, здесь точно босса никакого не будет, так что можем брать смело. Хорошечно. Так, кувырк. Оп, что это такое? Так, надо запомнить. В стене очень странная фиолетовая жижа. Это и есть местом возможной добычи. Так, здесь переход. Еще магнит. Вот. А нет, это не они. Там, значит, что-то было другое, за стенкой спрятанное. Понял, принял. Понял, принял. О, нычка. Что это? Пока ни черта не понятно, но мы это можем юзнуть. Когда Бершин подошел к столу, где-то вдалеке раздался смех. Божественный понг? А, я понял. Это очень странно. Ну ладно. Есть попадание. Есть попадание. Есть попадание. Нет, сюда, не сюда, не сюда. Вот так, почти. Почти. В чем суть? Я должен его три раза попасть или что? Что точно понятно, я не должен пропускать. А вот куда и как ему попасть? Так, шайба бы вырвалась. Меня выпустили. Найс. А как я туда пройти должен? А, я могу по этому полю ходить. Хм. И это все, что мне дали? Серьезно, мать ваша. Такой экшен-понг был ради того, чтобы мне просто дали деньги. Окей, вопросов не имею. Двигаем тогда к выходу. Оп, молодой человек. Вы явно хотите люли. И он мне еще умудрился навалить немножко ледным. Упустим этот момент. Никто этого не видел. Все хорошо. Так, здрасте, есть кто? Вот не люблю, когда арбалетчик так стоит, неудобно. До свидания.
Спасибо за баблишко. Крит вошел. Так, full от хил у нас еще есть в запасе, значит. Вопс. Ноу. Ноу. Так, надо, пока заряд есть, быстренько всех прошляпить, а потом все соберем. Ноу. Оп, случайно взорвал, бывает. Да, криты влетают, конечно, божественно. Так, хорошо, иди сюда. Так, замечательно, здесь еще ящик есть такой. Короче, нам по идее, чтобы эффективно проходить, нам нужно перепроходить уровень по два раза. То есть сначала мы всех выметаем очень реактивно, потом мы собираем лутецкий. Ну и вы поняли, да? Тем самым выходит два раза. А, осталось говно здесь живуче. Кристаллик не хотите мне дать? Я так чисто поинтересуюсь. Вот, кстати, еще одна такая руна непонятная. Требуется сам ответ. А вот, по-моему, он здесь может и быть. Нет, не повезло. Не фортунуло. Не дало мне самоцветик. Ладно, сейчас пробежим дальше, может, еще где-то найдем. Я, в принципе, человек простой. Ага, телепортер. Желтенькая и переход. Окей. Так, вокруг Бергсона возникает щит, поглощающий полученный урон, взрывается... А, это шайба, да? Да. Это у нас было такое себе. Такое себе. В принципе, мы можем идти. Сейчас я перепроверю. Да, у нас остался ящик, кристалл я там не нашел. Так что хрен с ним. Погнали. Так, опасаясь гнева Знайдаи, орды гоблинов никогда не задерживались в ее пещерах надолго. За свою жестокость они были изгнаны в бескровный лес. Окей. Ну их палатки я еще вижу пооставались. Только что профита от них. От этих палаток. Не ясно. Так, ладненько, идем. Тут сразу второй переход. Как иронично. Так, а где враги? Алло. Я, конечно, все понимаю. Чуч. Иди сюда, иди. Так, молодой человек, не шалите. Ой, там еще и босс. Отлично. Точнее, элита. Элита дома моего. Пошел нахер. Так, трупы реже заражаются скверной. Да, блин, это и то фигня вообще-то. Ладно, давай. Пусть будет, пусть будет. Так, кто-то чем-то метается. Ноу. No. Бляха, с разгона догнал таких собак. Ноу-ноу-ноу-ноу, no, 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 no. Нельзя. Нет-н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 ет. Все. Поговорили, сейчас я к вам вернусь. Погодите, я по кругу пробегу. Уйди. Так, здесь у нас плюс хп, да? Да, максимум здоровья. А, успел разрядиться, секунды не хватило. Кстати, нам надо потратить очки. У меня там 2 очка, по-моему, есть, мы можем еще... Увеличить, короче, действие нашей этой штуки, да? Да, до 9 секунд. Давай. Открылось у нас что? Отправьте Кевина в тени, он исчезает и сможет двигаться без помех. Есть шанс убить слабых врагов следующей атакой. Используется шифтом перезарядка 30 секунд. Кевин дает волю ярости и входит в состояние бешенства. Длительность 6 секунд. То есть это у нас то же самое состояние, да? Состояние контролируемого бешенства. А здесь не написано контролируемого. Что-то меня это настораживает. Я вам так скажу. Порежу. Буду резать, буду бить. Опа-па-па-па. Немножко поймал личиком. Здесь у нас, кстати, 3 уровня, да. Так что можно тратить блессы. Ноу-ноу-ноу-ноу-ноу. Нарубано. Так, замечательно. А, стоп, здесь еще что может быть? Не, тупик. Не густо, не густо. Зато у нас есть кристаллик, мы хотя бы один ящик откроем. Давай, дорогой. Так, повышает максимальное здоровье, но снижает урон от основной атаки. Нет, пожалуй.
Пожалуй, нет. Я на здоровье не жалуюсь. Жаль, что ее нельзя разобрать на деньги. Чтобы эти деньги потом потратить с умом. Ну да ладно. Покутились. О, здесь еще ивент. А, переход же в самом начале был точно. Так, досвидос. А, здесь древесина, которую мы должны притащить домой. Баба. Киш. Сейчас шайба рванет. Хобана. О, это неплохо рвануло. Здоровяки на дому. Видели? 90 урона там проскочило. Это очень серьезно. Очень серьезно. Так, ладненько, давай. Кевин получил очко навыка. Дерево и гвозди. Красавчик, что я могу сказать. Здесь надо, кстати, по одному очку. Ну что, проверим инвиз? Или взять... Рассказывает всем членам семьи о слабости врагов. Критический урон семьи возрастает. О. А, это мы и так получили, получается. Да. Либо тень, либо бешенство. Давайте, наверное, тень попробуем. А ну-ка, тень. Фу. Хера, я стал молнией сразу. А, на временное абсолютно. Ну, это не тогда совсем не так хорошо, как я думал. Но, в принципе, это вроде даст нам возможность избежать урона. Так что, в принципе, это очень даже полезно. Так, на самом начале был переход. Давай возвращаться. Тыц. Здрасте. Ясно. Так, дорогуша, давай, иди сюда. Ой, бляха, что-то вас там много слушать. Давай, пинай меня. Хоба, залетела. Да уйдите вы, бляха. А ну-ка, shift, хоба. Следующая атака не такая уж и мощная, как обещали, но сойдет. Иди сюда, летающее говно. Хоба! Сейчас, главное, не задеть. Бля, я говорю, не задеть. Так, мышь, идите сюда. С вами дело иметь плохо вообще. Иди сюда, она дергается в сторону. От меня ко мне, от меня ко мне, ну. Оп, ноу. Киш. О, здорово, Элла. Оп. В смысле, кувырок не сработал, какого черта? Ноу. Киш. Криты реально рабочая тема, однозначно. Надо будет их еще сильнее накатывать. Ноу. Так, еще один. Так, тут переходик заодно. Крит 31. О май гад. Тут два перехода. Разветвления понеслись. Так, а камушек мне так и не дали, да? Угу. Дай камушек. Зажал. Зажал, товарищ, зажал. И у нас при этом есть еще один ящик. Грустно. Что я могу сказать? Грустно. Жаль, что эти магнитные штуки нельзя уничтожать. И чтоб за них нам давали как раз таки камень. Было бы просто топчик. Ладно, погнали вниз сначала. Глянем, что здесь. Ой-ой-ой, здесь может быть очень больно. Я так прикинул. ХПшка. Лучше поздно, чем никогда, ведь правда? Так, нормально, сейчас подзарядимся. О, хорошо пошло. Слишком много вас здесь собралось, товарищ. Слишком. Ноу, ноу. О, еще и боссы. Нет, 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 я замерз. Тихо. Давайте, пинайте меня, давай, давай. Покажи все свое мастерство, мразь. Не смог, не осилил ребенка. О, зато я получу камень. Кабышек, это хорошо. Киш, 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 киш. Так, сейчас пока заряд есть. Ну, твою мать. Нельзя, нельзя, нельзя. Да твою мать. Есть. Дело в шляпе. Блин, здесь тоже есть ящик. Ладно, сам бог велел. Нельзя, нельзя, уф. Так, эту штуку я видел в магазине, по-моему, да? Увеличит количество получаемой морвы. Что такое, мать его, морвы? Ну, это уже совсем другая история. Тогда чуть подзарядиться, подзарядиться, говорю, не теряя хп, желательно. Так, уйдите, уйдите, уйдите.
Есть. Хорошо. Так, дядьки, я вас здесь видел. Вам от меня не скрыться. У меня криты, а вам очень больно будет. Так, хилку я вроде бы забрал там, да? Да, к сожалению, я там хилку забрал. Проблемка, проблемка, ладно, давай баф. Хил бы мне очень даже не помешал. Бляха, здесь еще и перехода нет. Ну твою мать, а здесь бу? Здесь, ивент. Давай, 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 все по кармашкам распихиваем. Бабулька, ты нашла еще один. Там, где сокрыта тайна, в награду можно получить знания. Но там, где ждет награда, таится и опасность. Клевер. Шифр был настолько важен, что привлек бабулю Маргарет. За удачу! Задорно воскликнула она. Спасибо большое, бабуля. Я, правда, не знаю, поможет ли мне твоя удача или нет. Но я хотя бы постараюсь выжить. Ничего не обещаю. Так, топ. А второй кристалл мне не дали, да? На. Жаль. Так, добрый день. Телепортер, должен быть еще ивент. И переход дальше. Понял, принял. Так, торгашик, а у нас плохие новости, торгашик. Мне нечем с тобой торговать. Если бы ты обычные бабки принимал, мы бы могли с тобой еще пообщаться. Но не в данном случае. Ну ладно, что у тебя хоть есть. Так, трупы режут, заражают скверная херня. Так, временно дают невидимость. В принципе, тоже херня. Так, вокруг Берсна возникает магический камень, который вращается по спирали, это мы видели. Повышает скорость передвижения и шанс уклонения, но отнимает способность уворачиваться. Чё-то как не очень. Как-то неперспективно звучит. Обидно, что мне даже на хилку не хватит. Вот это действительно обидно. Мне хилки даже с этих, с урн особо не падают. Что же грустно. И по карте у нас тоже хилок нет. Ладно, фиг с ним. Есть шанс, что мы здесь оздоровимся. На глубине воздух был затхлым. Густым от вони меха, пропитанного потом и кровью. И все? Это все, что ты хотел мне донести? Окей. Я тебя понял. Опа! А вот и хилочка. Пусть не такая крутая, как хотелось бы, пусть не так много дала, как хотелось бы, но сойдет. Вот это еще штука странная какая-то. Тыц. Тыц. Все вам поломаю. Гоблины проклятые. Так, есть кто? Угу. О, о, я понял. No. Бляха, ты допрыгнул таким раз. No. Что ж так много, а? Алло. Спокойнее можно чуть-чуть? Спокойнее, тихо. У меня хп как бы не резиновое. Hello. Имейте уважение, пожалуйста. Бляха, я взорвал эту штуку. А ну идите сюда. Оп. 14 хп. Помогите. Страшно, капец. Дай банку. Не лужу под ноги мне. Ой. Но если я успею. Как раз когда вышел из щита, он меня и кокнул. От псина. Ай, ладно. Так, 700 бабла есть. Дерево и гвозди, замечательно. В смысле? Что с рукой? Что осталось? Это что за покемон? Видеть сына больным был лучше... А, это второй, я понял. Но все же лучше, чем не видеть его вовсе. Мэри знала, что ее миссией станет забота о Марке. Марк должен был предупредить их об опасности, пусть ему и тяжело было говорить. Он начал перечислять деревни, жители которых бежали или, что хуже, попали под влияние скверны. Но вскоре усталость одолела его, и он заснул. Мэри вспомнила, что слышала о травнике из пещер Кельдипо, у которого должен быть 10-тысячелетник для Марка. Мэксонам предстояло вновь спуститься в коварные пещеры в поисках травника. Ни у одного волчонка не было и не будет такого дома, как тот, что построил Бен. Он спросил Люси, какую кличку написать. Люси закричала в ответ: «Рыкуша! Волчонок Рыкуша!»
Так, разобрались. Хорошо, у нас тут опять какие-то сборы. Серьезное обсуждение. Я, кстати, не посмотрел, сколько бафа нам дает крит. Ну ладно, это мы глянем в менюшке. Так, что у нас есть? У нас есть 700 баблишка. Мы можем вкинуть в здоровье, что, в принципе, как оказалось, очень даже внушительно и нужно. Но не хватит нам на... Нам, может, два раза на здоровье хватит. Не хватило 6 копеек. Грустно. Так, в книге Рэя у нас появилась еще одна штука. Семейная удача. Увеличивает количество получаемых с врагов Морвы. Но стоит 650. Я накоплю 650. Нам нужно увеличивать... Я так понимаю, что Морва имеется в виду это очки, да? Бабло, которое. То, что я именую баблом. Вероятнее всего, да. Ну, короче, нам нужно точно увеличить количество. Гоблины-головорезы нападали на паломников Знайдая с невиданной жестокостью. Чтобы помочь тем, кто укрылся под сводами, необходимо было очистить пещеры от зла. Бен слышал, что в потерянных рвах находится логово единокровных, брата и сестры из рода гоблинов. Нужно было разобраться с ними как можно скорее. Я бы разобрался, понимаете, но я пока что хлипенький, говнюк маленький, поэтому мне немножко наваливают. Но в принципе мы справимся, я думаю, это не проблема. Со временем. Со временем справимся. Так, подтвердить. Малыш, вот, ты дал. Оно не пишет точное количество крита, которое нам дает. Ну да и ладно. Так, мы его подняли до 5-го, как и Джона. С Линдой у нас немножко заскок сейчас. Ну, Линда, подожди. У нас тут появился очень интересный персонаж. Так, найти травника стало первостепенной задачей. Нужно было как можно скорее принести в Мэри целебные травы. Я вас понял. Я все принял. Побежали, малыш. Сейчас мы точно им наваляем. Главное, не переусердствовать щитами. И не думать, что мы всех можем развалить так на изи, как нам кажется. И тогда все будет хорошо. Так, нормально. Хорошо пошло. Давайте, давайте. Больше толпа. Больше, больше. Хочу мегапати. 19 комбина вышло. Нет, не успел. Хобана. No. Кыш, кыш, кыш. Нужно больше крита. Мор. Так, давай. Отлично, пока это малышня, она, в принципе, особо не опасная. Вот, все остальное, что мы встречаем. Не очень приятные личности. Но зато у нас запасная хилка. Отлично. Серьезно, ничего не выпало. Стоять, мрази. Иди сюда. Иди сюда. Ноу. Ноу. А, там еще один. Что-то они прям становятся на такие точки, удаленные друг от друга, чтобы я их не мог массово растеребить. Это не есть хорошо. Что-то вас тут слишком много, не? Погодите, погодите. Я за вами выйду. Вот так. Хоба. Ну. Отлично. Пытаемся экономить хп. На всяк пожарный. Так, а это что за херня? Это что-то очень непонятное. А там что, проход есть? Стоп, это магазин же, да? Нет. Это, возможно, травник, кстати. Мы так находили того перса. Волна первая, ясно. Сейчас зарядимся чутка. Нормально. Меня еще шарами кидает, мразь. Нормально, 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 нормально. Нормально, нормально, говорю. А, бомба развалилась опять. Кыш. Найс ван. И что это? Что это, мать его, такое? То ли это наковальня, то ли это какой-то сверхпредмет. Это ящик. Так, завершает перезарядку всех способностей и заполняет шкалу ярости. Божественная реликвия. А, только мышь, по-моему, не дошли до скилла ярости. Или я ошибаюсь? Ну то, что скиллы будет перезаполнять, это хорошо. Это замечательно. Пусть остается. Так и быть. Мы должны еще узнать, что нам предстоит в этом истинном бешенстве ощутить. Так, банку забери, кстати. Че, она там зря валяться будет? Это что такое? Ты хер ли здесь вылез?
Еще и ударил меня, ну. Псина, что еще сказать? Просто псина. Тише, 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 не размахивайте своими, пожалуйста, лапками несчастными. Здесь пустырь, ясно. Давай аккуратненько заворачивай. То есть, получается, мы вместо какой-то полезной мега-дамажной активки получили активку, которая даст нам возможность откатывать наши активки другие. Так и запишем. Так, за баночку отдельный респект. Кристалла у нас как не было, так и нет. Что это такое? Слишком яркая для обычной стены. Умри. Так, есть. Я все-таки надеюсь на кристалл. Очень хотелось бы. Честно скажу. О-ля-ля, о-ля-ля, о-ля-ля. Хера вас тут повылазило. Товарищи, вам сюда. Ух. Уф. Хорошо вошло, да? Найс вошло. Так, откат нам делать смысла нет сейчас, да? Ноу. 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 Давай, плоди, плоди этих иродов. Если бы за них все поддавало, было бы идеально. Кыш. Так, снижает урон свирепых врагов. Пусть будет. Что я могу сделать? Пусть будет. Здесь у нас заряд чего? Взрывная сила на се... Блях, муха. Это что такое вообще? А, это их там так много стоит. Так, хоба. Я не Вадимка. Ваншот, лол, сработал. Забавно, забавно, забавно. Ну-ну-ну-ну. Уйди. Надо было как раз его успеть узнуть, когда босс на нас напал. Ну, этот, элитник. Было бы вообще красота. Где кристаллы, мать вашу? Гоните кристалл. Так, переход, нычечка. Опа. При контакте наносит урон врагам, отлично. Пусть будет. Здесь перехода нет, там перехода нет. Здесь у нас дополнительных переходов не было. Все, текай дальше. Экономим заряд. Экономим заряд однозначно. Тык-тык-тык-тык-тык. Там еще и мамонт валяется. Так, хорошо, я даже их ударить не успел. Нормально. Схема рабочая. Так, иди сюда, элитник. Иди-иди-иди-иди. Отлично. Просто убер-дупер хорошечно. No. Так, комбина пошла, левел ап. Как все хорошо сложилось. Единоразово. Плохо сработало. Это было неприятненько. Пошли нахрен. Спасибо. За хилочку отдельное спасибо. Воу, щет, там целый отряд арбалетчиков стоит. Опасно, опасно. Так, я пока сюда прошму. Опа. А что же вы молчали? Так, позволяет наносить двойной урон, когда здоровье спускается ниже 25%. Как бы так сказать, не очень хороший бонус. Очень не очень. Потому что он подразумевает нахождение нас в очень критическом состоянии. Чего мне лично не хотелось бы. Мне лично этого не хочется. Но игра, видимо, прям так и намекает. Ты сдохнешь, псина. И так далее. Так, до свидосик. Вот что бывает, если они стоят в отряде, поэтому их постоянно разбрасывают. Это зрелище уже стало привычным. Нет того, не менее мучительно. Не спасти, а только отомстить. Каждому сбивая так. Когда все, казалось, было потеряно. Когда борьба начала отнимать слишком много сил, в пещере раздался крик ребенка. Он спрятался в ящике. Красава. Всхлипывая, маленький мальчик рассказал про свою семью. Про свою маму. Она была недалеко, он всем сердцем хотел вернуться к ней. Садись, малой, на плечи, сейчас потащу тебя. А, так, вот это плохая идея. Ни в одной из игр... Не-не-не, малой, малой, ты суицидник проклятый. Ни в одной из игр я терпеть не могу эскорт-квесты.
Они в основном заканчиваются очень плохо. Потому что того, кого их скортишь, очень сложно защитить. В большинстве случаев. Фу-фу-фу, даже не целься. Уйди, давай ящик. Хилка в ящике? Серьезно? Вы серьезно? Так, тихо, еще и босс. Босс, не трогай малого. Не трогайте шкета, он вам ничего не сделал. Уйди, 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 ирод окаянный. Уйди, говорю. Сам себе в попу запихай. Дошли? Скажи, что дошли, пожалуйста. Уйди. Уйди, все, мы вне зоны доступа. Кыш. Да, вот его мать, плачет. Слезы счастья полились по щекам матери. Благодарны за возвращение сына. На кратчайший миг время горы Борта ослабло и перестало давить на плечи. А что так резко оборвалось? Что? Ладно, окей, как скажете. Так, слушай, у тебя случаем тысячелетника нет, мадам? Было бы замечательно. О! О! А что это такое? Вы нашли парящее солнце. Так, создает тотем, стреляющий вокруг себя. О! Вот это замечательно. Я понимаю, что перезарядка как бы ибовая вещь, но не в нашем случае. Не сейчас. Так, где у нас, собственно, навыки? Сколько у нас очков? У нас одно очко. И здесь нужно одно. Принять. Это у нас во время зарядки как раз мы сможем юзать ярость. Можем проверить вообще. Они же у нас сменяемые, да? А, ну заряжает только наполовину. Ясно. Откат сохраняется. Я думал, что я нашел баганную систему. Нет, нормально. Разработчики все проследили. Все хорошо. Так, здрасте, дамы и господа. Я тут прошмыгнул очень быстро, а я с вами еще хотел пообщаться, на самом деле. Я очень общительный молодой человек, так что вы это... Не разбегайтесь. Мы перешагнули в следующую комнату, хотя в этом особой нужды пока не было. Там еще у нас оворотик-поворотик есть. Стоять. Ебой! А у нас еще один ящик был? Нет, нема. Не завезли. Не вылупливайтесь больше. Не надо. Так, еще один переход. Ага. Сейчас мы проверим, может, нам еще туда вернуться придется. Так, тихо, баф на скорость. Давай. Оп. Хобана. Почти. Ноу. Он же на иголках стоит. Алло, как ты здесь выживаешь? Что за херня? Почему я не могу на иголках стоять, они могут себе спокойно? Алло. Где справедливость? Где равенство? Киш, 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 киш. О, здоровело. Так, с КП надо поаккуратней. Два здоровелы. Уп. Тотем. Уничтожать. Бороться, наказывать. Делать бобо вражине. Какого хера вас так много, алё? Имейте совесть, дружок. Да ладно, я даже не заметил, как КП ушло, ну. Ядрён батон. Так, деньги-то собрали хоть? Мы помогли матери, в принципе, нам может за это еще что-то. А, нам же, да, парящий солнце. Шейла, мне нужна твоя помощь. Приди не ради меня, но ради семьи. Ради Мэри и ее детей. Так Бен закончил письмо. Это сова? Это самая странная пиксельная сова, которая когда-либо... В сомнениях он размышлял о своих отношениях с Ваитерицей. Вспыльчивой, несгибаемой чем-то там. Почему они разошлись? Короче, нам все время накидывают варианты. На этот вопрос у него до сих пор не было ответа. Сюжетка максимально расцветает во все стороны просто. Красота, красота, что могут сказать. Так, что у нас здесь? Появился свой новый сувенир. А, это просто сувенир? Тю, я-то думал. Так, 930 у нас есть. Я хотел повысить количество бабла, которое мы получаем. То есть вместо 5 монеток мы будем получать 6 монеток. А как? Хорошо же? Хорошо. Замечательно. 1300 надо, чтобы поднять до 140. Ну, короче, эту штуку надо бы прокачать, на самом деле.
было бы очень и очень полезно. Хорошо, ребятки, сделаем с вами пока что небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.